Всем привет, ребята, как дела? Ну что, будем играть в Hustle Castle. Выходя из игры, разместите ваших бойцов в казарме. Ну понятно, это как обычно он предупреждает нас. Дональд православный. Так, что у меня с деньгами? С деньгами у меня довольно неплохо, ребята. Совсем даже я бы сказал хорошо. Забираем кристаллы, заработанные нами. Так, мана. Мана у меня что? 214, маловато. Вот, тоже другой разговор. Давайте, наверное, поставим на изучение какую-нибудь магию. Я предпочитаю вот эти вот фаерболы лепить. Они хорошо убивают врагов и довольно эффективные. Так, еще один. Отлично, больше не хватает денег, точнее манны. И что мы с вами будем сейчас делать? Давайте-ка попробуем сыграть какой-нибудь бой. Так, здесь у меня все пройдено. И мы отправляемся в страну Вековые леса. Сейчас только заберу здесь все. Так, ты у меня как себя чувствуешь? Нормально? Нормально вроде бы. Ну что же, давайте попробуем теперь с вами одолеть хотя бы одного противника. Вековые дубы. Так, ну мощи у него 2355. Давайте попробуем все-таки. А, ну да, добавим магии. Ага, один и вторую. Отлично. Ну что, была не была. Ой, чувствую, сейчас я получу люлей. И всего-то ничего, а. Но зато какие они мощные. Ой-ой-ой, краса у меня упала. Не, ребята. Так, ну дуб я этот завалил. А вот с остальными, конечно, тяжко. Но этого и следовало ожидать, потому что, сами видели, они меня намного превосходят по мощи. Ладно, зато я буду знать, что мне туда пока суваться рано. А тем временем, я думаю, не прокачать ли мне красу и мага. Так, вот этот у меня сладенький. Наверное, мы его и поставим тренироваться. Пускай бежит. Ну, вроде бы на сегодня я сделал все свои дела. Пока здесь делать нам нечего. Эти будут тренироваться, мана будет копиться, деньги будут копиться. В общем, все у нас идет на мази. И я предлагаю встретиться немножечко попозже. А для вас это будет всего секунда. Привет, ребята. Продолжаем играть в Hustle Castle. Так, у меня что получается? Вау! 100 тысяч, ребята. Это означает, что я буду строить тронный зал 4 уровня. Просто красота. Долго я этого ждал, но наконец дождался. Ну, а ребята у меня тем временем получили по уровню, да? Маг получил уровень. И, я так понимаю, краса. Что у нас здесь? Здесь у нас опять вторжение, да? 1507. В принципе, этого чудика можно завалить. Но для начала мне нужно объединить всю мою команду. Так, колбаску забрали. С манной что у нас? Оу, 4300. Давайте сделаем немножечко себе заклинаний. Я делаю в основном вот эти, потому что фаербол более эффективен. Да, он бьет по одной цели, но зато 1000 урона наносит. А это немало. Причем, видели, какие сейчас идут враги. Големы какие-то деревянные. Ну и все-таки нежить покрепчала. В общем, у нас пока все хорошо. Ну что же, давайте, наверное, с вами... Эй, не это я хотел сделать. Подожди, да какой режим редактирования? Нет. Так, идите сюда. Мне один из моих подписчиков отписался, что можно как-то посмотреть, сколько остается твоим воинам до прокачки следующего уровня. Я что-то не могу этого понять как. Ну что же. Давайте, наверное, рискнем напасть 2159. Нет, это больно силен. И я так понимаю, что те тоже будут сильны. Давайте рискнем, была не была. По крайней мере, у нас есть магия. Может быть, с помощью нее мы все-таки затащим этих олухов. Так, понесла. Ой, как они быстро разбирают. Ну и мы, в принципе, не такие лошпены, как они думают. На-ка, выкуси. Есть, ребята. С победой нас, с очередной.
И мы с вами получили сундук. Давайте откроем его. Так, это не то все. Ну-кася, что нам дадите? Так, ну почти 2000 золотых. Нормально. Деньги нам все равно нужны будут, так что не будем вредничать и будем радоваться всему, что нам дают. Так, давайте глянем, что здесь. Оу, 4300. Здесь нам нечего делать. Вот с этим, в принципе, можно было бы подраться. Ну, чувствую, все равно они нас завалят. К тому же у меня они все еще покоцаны, и надо их немножко полечить. Краса, ты куда побежал ты? Я тебя в госпиталь отправлял. Уже бегает куда ей надо, куда она сама захотела. Нет уж, родная, давай-ка, лечись. И что-нибудь сейчас мы с вами замутим по-быренькому. Смотрите-ка, уже чем выше уровень, тем дольше они лечатся. Я бы, по возможности, если такая будет, улучшил госпиталь. Но его, по-моему, нельзя улучшать. Так, давайте зайдем, наверное, сюда, глянем. И нет, на этого мы не будем направлять. Вот сюда, 2643. Давайте попробуем все-таки, а? А вдруг прокатит? Мы ничего от этого не теряем. Ну, давай, быстрее. Так, их тут трое, всего лишь трое. Так, краса моя дает фокуса. Ну что, я, в принципе, считаю, что мы затащим этот маг никчемный сдохнет сейчас. Что, ребята, с очередной нас победой. Обожаю побеждать, особенно вскрывать сундуки. Сэр, захваченные вами земли вторглись враги. Найдите место сражения на карте и прикажите войскам атаковать врага. Это он мне говорит про реальных людей. Ну, вы сами видели, 12 уровня, мне не потянуть их вообще никак. У них там по 4 с лишним тысячи мощей. Так, что дает нам сундук? 248, ладно, хорошо. Деньги, ну, конечно, я бы был больше рад, если бы давали какие-нибудь предметы. Уж больно мне нравится что-то новенькое. Так, ладно, Бухарик, ты там побухиваешь потихоньку. Я видел. И краса туда же. Нет, давайте-ка возвращайтесь обратно в казарму. Хорош там разгильдяничать. Так, что у нас здесь? Ну, этого... О, 4... Нет, здесь мы однозначно не вырулим никак. Тем более здесь. Эх, если бы у нас с вами, ребята, была бы армия побольше, да? 6 юнитов. Рубили бы сейчас всех на капусту. Так, давайте добавим. У той армии вроде мощи не так много, но я, ребята, если честно говоря, сомневаюсь. Я вот не знаю. Блин, на 1000 превышают, а? Здесь вообще на 3. И здесь нет. Наверное, не будем мы все-таки с вами здесь воевать. А вот здесь давайте глянем, что тут у нас. 2355. Угу. Тоже сильноватые ребятушки. Но рискнуть, наверное, можно. Давайте попробуем. Так. Ну давай, фаербол, быстрее копись. Хочу звездануть им. Отлично. Так, энта, по-моему, мы заклупаем. А вот с этими ребятами, по-моему, будет у нас промашка. Хотя Нет. Не вытянули, блин, к сожалению, не вытянули. Обидно мне очень сильно. Но ничего с этим не поделаешь. Да, только лишь потеряли здоровье. Так, ладно, ребята, я их ставлю на тренировку. И увидимся с вами чуть-чуточку попозже. Ну, для вас, как вы помните, это ощутимо не будет. Так, ладушки, до скоренького. Всем привет, ребята. С вами Рэй, продолжаем проходить Hustle Castle. Так, у нас эти ребята получили по уровню. Отлично, ого. Так, я всегда говорил, что обучение вооруженной идет на пользу бойцам. Посмотрите на них, и выправка лучше, и цвет лица здоровее. Ну и драться научились наконец-то. Спасибо тебе, сэр Дональд. Ох ты, вот это замечательно, ребята. Вы смотрите, сколько нам дали всевозможного оружия. Так, а что тут, улучшить казну? Я улучшал же ее. Так. Строительство колодца маны закончено. Как приятно ощущать источник магии совсем рядом. Мана потребуется нам для создания заклинаний.
Ты как-то с опозданием немножко говоришь, мудрец. Это все давно уже сделано у меня. Теперь мы можем создавать заклинания в мастерской колдовства, милорд. За то время, пока повелитель бездны хозяйничал здесь, он причинил замку немало вреда. Я только что закончил стирать неприличные слова на стенках. А вот чтобы починить арсенал, мне нужна ваша помощь, милорд. Арсенал позволит нам защитить замок, если в ваше отсутствие другие лорды атакуют нас. Вот это уже что-то новенькое ты мне сообщил. Ага, это у нас арсенал. 30 минут, 15 тысяч, в принципе, недорого. Ну-ка, ах ты, елки-палки, я же забыл, что мы с вами строим тронный зал. И пока он у нас не построится, точнее, арсенал, пока... Нет, тронный зал, да. Пока он у нас не построится, мы арсенал с вами не сможем сделать. Так, давайте глянем, что здесь вообще нам дали. Так, кинжал сжало, 129 в секунду урон. Ну, вы знаете... Эти ножички мне не подходят. Совсем они мне не нравятся. А монокль этот или что? Линзы. Добыча ресурсов час. 140 маны. Слушайте, а что получается у нас, что на колодце маны кто-то может стоять? Ну-ка иди сюда, толстяк. Так, не это же, да? Вот. Выглядите-ка. А я этого и не знал. Вот если бы сейчас не было этой подсказки, так бы он у меня и стоял в горном одиночестве. Так, так и он сейчас прибежит, я надену ему очки. И у меня будет прибавка к мане. Замечательно. Не зря говорят, век живи, век учись. А игра меня не перестает удивлять. Отлично сделали ребята, разработчики, вам респект. Продолжайте ее улучшать. Так, ну что, давайте поставим с вами линзы. Все, красава, теперь он у меня будет приносить ману. Что он там делает? Чистит кристалл. Замечательно. Да, если бы я знал, я бы, конечно, заранее бы туда поставил бы бойца. Так, ну что, снарядим себя магией. И я думаю, надо что-то построить. Давайте сделаем раз. Ну, в общем, всю ману пустим на фаерболы. По 30 минут, это, грубо говоря, 2,5 часа. Так, с едой у меня пока все замечательно. Так, необычная броня. Ну, эта броня у нас идет для мага. Давайте ее установим. Ну-ка, посмотрим. Ох, елки-палки, насколько же она превышает по силе магии. Почти на соточку. Конечно, оденем. Ну что, наверное, вам пора, ребятушки, вернуться на свои места. Нет, ты слабенькая, не прокатишь. У нас, по идее, должна возрасти мощь. И причем довольно нехило. Так, необычное оружие. Это лук у нас, да? 58 секунду. Урон на 40%. Действует 5 секунд. Урона по группе врагов. Уровень 11. Слушайте, я даже не знаю. Мне кажется, что пора, наверное, сделать себе еще одного лучника. У меня 2 мага. А было бы неплохо маг, лучник и воин. В принципе, почему бы и нет, да? Только вот какого бы из них сделать? Так, возвращайтесь обратно сюда. И мы сейчас с вами что-нибудь покумекаем. А ты-то что у меня ходишь здесь, а? Без дела. Иди-ка сюда, добывай манну. А то разгуливать там себе спокойненько. Мне такое не устраивает абсолютно. Ну что, я вот думаю, пора ли нам отправиться с вами еще раз повоевать на карте с големами. Так, что мы будем делать с этими ножами? Да, атака у них больше. Но статы мне не нравятся, понимаете? Здесь все-таки урон по области, даже 2 урона по области. А здесь только один лишь шанс. Но зато 50%. Не буду я ничего менять. Оставлю все как есть. И давайте глянем с вами. Так, сюда что у нас? 1507. Тьфу, да я их сейчас просто в прах разнесу. Поехали, ребят. Так, выходите оттуда, олухи. Да-да, конечно, вам со мной летягаться. Нет, действительно, я думаю, что надо будет мне одного мага заменить на лучника. Лучники все-таки дают свой эффект.
мы получили с вами сундучок, в котором у нас что будет находиться? Ух ты, а это что такое? Привидение? Вы посмотрите, что делает один из моих подданных. Он достал плакат типа «Запрет привидениям», и оно исчезло. Блин, замечательно вообще сделано вот это вот все, анимация. Классно. Потрясно просто. Так, ну давайте откроем сундук. И нам дали одежду повара. А теперь посмотрим, насколько она лучше тех, что у меня были. Но она зеленого цвета. Оба, нормально. 340, конечно, наденем. Так, а эту мы тогда наденем, если она, конечно... Нет, она слабенькая. А третья, ну-ка иди сюда. Так, вот наденем эту. И, в принципе, у нас все на мази. Так, ну что, ребят, надо немножко, наверное, подлечить своих воинов. И попробовать, в принципе, еще атаковать одну карту. А почему бы и нет? Времени у нас предостаточно. Практически сутки, пока у нас построится с вами тронный зал 4 уровня, которого я так ждал, чтобы построить. Блин, если бы я знал, что арсенал можно улучшать, я бы, конечно, улучшил бы, наверное, в первую очередь его. Хотя, хрен там я его стал бы улучшать. Тронный зал нужен мне больше. Все-таки он дает больше возможностей в дальнейшем. Ладно, не будем отходить от темы, а сделаем лучше мы лучника все-таки с вами. Надеваем лук. И, наверное, броню вот эту вот. Самое то, что надо, мне кажется. О, он у меня еще с такими глазами, с линзами. В общем, самое то, что надо. Ну и на этом, наверное, пока закончим, да? Краса, иди сюда. Ну что, ребят, давайте сбегаем на карту и посмотрим, кому мы можем навалять в этот момент. Ну, здесь, конечно, никуда не годится. Здесь тем более. На него я не полезу. Давайте, наверное, знаете что, зайдем сюда, посмотрим. А потом... Так, на 1000. Нет, слишком сильный. Давайте зайдем, наверное, на карту энтов и попробуем зайти, пройти вековые дубы. Вроде мы в тот раз почти прошли. Ну, здесь реально еще попробовать. В общем, давайте рискнем. Мы же любим рисковать. Так, магия у меня накаляется. Огонь. Блин, смотри, какой крепкий, а, энд. Ёлки ты палки, наверное, опять не вытяну. Хотя, ребята, скорее всего, вырублю. И мы проходим. Было только лишь капельку сложно. Так, 2000 и сундук. Это хорошо. Сэр, нам необходимо взять стратегически важный рубеж в этих землях, где нам противостоят ходячие деревья. Мы сможем сделать это, если будем хотя бы немного умнее врага. Для этого нам вам придется заменить Дональда, прославленного, на другого командира, милорд. Хе-хе. Ты когда-нибудь напросишься, старик? Понятно, у них тут, как всегда, свои шуточки-прибауточки между усобицами. Так, а мы открываем с вами сундук и смотрим, что нам из него выпадет. Опачки, вот это фарт, ребята. У ворот плюс 100. Блин, я его хочу поставить в своей красе. А ну-ка ся. Так, у него крис 78. Обломаю. 17 уровень. Да, что-то я не доглядел этот момент. Ёлки-палки, иди качайся. Чё ж делать-то нам? Блин, ну как же так, а? Блин, соточка у ворот. Хотя, не, ну да, в принципе, как раз ей и пойдет это дело. Хоть по ней не так будут сразу попадать. Забираем сундук. На запчасти. Так, расколоть три вещи. Ну, это мы сейчас быстренько сделаем. Так, давайте выберем нам ненужные вещи. Наверное, мечи разберем. Они все равно у нас слабенькие. Так, второй. И, наверное, костюм повара. Да, давайте сделаем так. И заберем свой законный сундучок. Забираем. Так, а тут что у нас? Ага, победу над игроками. Пока нет таких у меня. Ну и здесь тем более. Ладно, откроем пока эти. И глянем, что там будет. Наверное, как обычно, деньги, да? А нет, костюм повара.
А здесь? Здесь у нас колечко, ёлки-палки. Ну-ка, давайте-ка, где? Так, ёлки-палки, запутался. Ну-ка, где кольцо? Добыча ресурсов час, 282. Да, это немножко не то, которое я ожидал увидеть, но казначеем оно будет самое то. Где оно? Вот так вот. Теперь у нас, ребята, деньги потекут рекой. Хотя уже я, в принципе, в них особо сильно не нуждаюсь, как вы заметили. Теперь мне нужно время, часы, минуты, секунды. Вот, короче, наш самый ценный ресурс – это время. Блин, хочу это кольцо. У ворот 100. Практически минимум попаданий по ней будет и максимум эффекта. Так, мне повезет. Ага, я уже 50 сундуков открыл. Это радует. Ну что, давайте глянем, что здесь у нас еще. 2410. Ну, тут уже, конечно, враг пошел достойный. 22 часа у нас будет строиться наш тронный зал. Времени у нас вагон. Это придется целые сутки, ребята, ждать. Целые сутки я буду просто так заходить сюда. Ну что ж, давайте рискнем, наверное, навалять этим ребятам. Добавим только магии себе. Ах ты, елки-палки, у меня один фаербол. И вот этот вот лев. Не знаю, получится, не получится. Терять нам нечего. Давайте рискнем. Так, ну-ка. Фаербол, давай быстрее. Опа, ну да, я ж думал, ты в энта стрельнешь. Эй, никудышка. Ладно, тут осталось. Блин, наверное, мы проиграли, ребята, потому что мой Макс лег, лучник против лучника. Да что ж такое, вы посмотрите, какой у него уворот нехилый, а? Блин, вот сейчас бы это колечко. Ах ты. Да ядрить твою налево. Ему не хватило буквально, ну, сами видели, капельку одного выстрела. Ах ты, зараза. Обидно, очень сильно обидно мне так нелепо проиграть. Или хотя бы один уровень повыше бы у него был бы, и все, было бы на мази у нас. Ладно, давайте сделаем так, по-умному. Отправляю я своих ребят на прокачку. Так, краса, будешь качаться. И надо будет мне еще, наверное, так, ты у меня какого? 14 уровня, а ты тоже. Тут, в принципе, нам без разницы, кого отправлять. Главное, чтобы они качались. Ну, а мы с вами увидимся в следующем выпуске. И надеюсь, у нас там все будет хорошо. Так что подписывайтесь, не пропустите этот момент. А с вами, ребята, я прощаюсь. Всем до скорого. Всем пока. Can't stop bounce.